Всем привет, друзья! Всем привет! Всем привет, друзья! Добро пожаловать в наш канал, друзья! Наш канал турецкий. Папаши. Папаши, конечно, друзья! Вот. Ой, друзья. Сегодня вообще, нам сюрприз будет, да? Сегодня, да. Жены, наш жены. Жена, это, жены, это будет этот сюрприз делать. Это, кстати, включай машину. Да, уже поедем. Да, я хочу этот уже домой. Я хочу сильно узнать, голодались. Да, я голодный вообще. Кстати, бензин закончил. Говорит. Да? Вот это бензин купить? Ну, тут домой доедем. Доедем? И будешь купить? Ну, как купим или не купим. Ну, как хочешь. Твоя машина. Ну, не знаю, мне Лен еще идти до... Ну, короче, посмотрим. Ладно. Вот, сейчас поедем домой, друзья. Это наши жены, это сказали, это у нас есть подарок вам. Ну, сюрприз, сюрприз, не подарок. Сюрприз здесь. Я говорил, какой сюрприз? Приходите к нам, это, ну, ну про еда, да, будет, по-моему. Да, сюрприз. Наверное, этот сюрприз, что-то сказали, они что мы делали. Что-то готовили, русские еда, не знаю, турецкие еда. Я вообще-то не знаю, может. Или китайские это... еда, надеюсь, не суши. Я вообще это не подумал, это для еда, масон, что, ну, может быть, это что-то. Если китайские кухни, серьезно, я буду плакать. Ну какой масон, не китайский, да? Ну я не знаю, это вообще-то так, ну что, и будет они-то, я вообще не знаю. Сюрприз это сюрприз, я, ну, думаю, да. Что-то сюрприз. Ну так, это поедем сейчас. Кстати, друзья, сегодня пятницу не забываем сказать. Да, завтра выходной, поэтому... Слава Богу. Они нам... мы часто, как сказать, когда я вечером работаю, мы часто не можем ехать друг к другу. Вот сегодня на утром, ну даже ночью работал, поэтому весь день я был свободен. И у нас вот и сегодня, и завтра просто можем быть вместе. Да. Суббота и воскресенье. Суббота, потому что... Пятница, суббота. Суббота это потому что я субботу, каждый субботу, друзья, выходной. Кроме этого, например, у него регулярный график, он только утром работает, а у меня утром, вечером, поэтому мы прошлую неделю вообще не увиделись. Да. Вообще. Так, сейчас вообще хочу так кушать, сейчас, наверное, это они сделают. Друзья, это... я сейчас только думаю. Да, я думаю кушать, потому что утром я ничего не кушаю, друзья, утром до вечера это я так чуть-чуть так я кушаю. Я могу так вот так вот так маленький вот так вот кусочек я так что-то я не ем, поэтому это я думаю это всегда кушает. Ну так, подарок этот, ой, сюрприз, посмотрим какой это сюрприз. Подарок, если ты еще подарок, мы не знаем, сказали сюрприз, может сюрприз. Может быть сюрприз, может подарок. Подарок будет. Как у тебя эта неделя прошла, эта работа? Ой, у меня, как сказать, не плохо, не хорошо, потому что это неделя не была отель очень занят, и в следующем неделе тоже отель не очень занят, то потому что уже февраль, каникулы все закончил. Когда каникулы, например, был семестр каникуль, и был очень занят отель, почти 100% был полный, а сейчас будут 60-70, ну типа такой. Понятно. А этот турист есть? Турист, как сказать? У нас сейчас, например, футбольной команды очень много есть. Отели есть, есть, по-моему, 150-200 комнат, а только футболисты. А какой футболист есть? Шахтар Донецк, Динамо Москва. О. Это который популярный. Еще есть Сочи. Сочи у нас сейчас отдыхают. Еще есть одна польская, Лукас Подольский, у него команда. А, я знаю Лукас Подольский. Лукас Подольский, мы все время мы с ним общаем. Он, ну как, он раньше в Анталья Спор играл, и Анталья Спор наш хозяин, президент, поэтому мы, он 2 года в Регнуме жил, он в отеле жил, поэтому мы как уже друг был с ней, с ним, с ней, ну девочка она, извините, вот, как твоя работа, кстати? У меня работа... Много, корона есть? Есть, конечно, корона есть, там все есть, но, слава богу, этот, они, ну, у нас это закончилось, эта неделя. Вообще я тоже очень устал, потому что когда последний день, это пятница, я имею в виду, это вообще я не хотел это вставать. Я не хотел вставать, я не хотел поехать от этой работы. И
я думаю, этот, может, я пойду в больницу, больничный заберу один день. Я думаю, это, ну, блин, не надо, сейчас это так будет проблем. Поэтому поехал. У меня этот четверг и пятница только было плохо. Да? Да. Остальные это суббота, воскресенье, понедельник, суббота, воскресенье, вторник, суббота. Вообще был, нет, понедельник, вторник, среда был нормально. Был нормально. Ну, каждый этот неделю у меня так бывает, это понимаешь, мой сын? Поэтому... Это мой. Мы же, кстати, доехали. Да. Не забывай, поэтому. Да-да-да, мы поехали, приехали уже. Еще давай. Много пакет есть, пожалуйста, помоги мне. Да, мы приехали, сейчас пойдем домой, это посмотрим, что ты наш сюрприз. Мне очень интересно, что нас ждет. Ну, мне тоже интересно, ну, это... Да, то есть турецкие, да, у нас. Что-нибудь, что-нибудь, я не знаю. Блин, что так ты думаешь, еда? Если этот, они... Не сделал, не готовы этот кушать. Может, еще не готовы? Подожди, они если не готовы кушать, вообще мы можем заказать это. Да. Как? Не иди? Чорбаджи? Не чорбаджи? Дима чорбаджи. Дима чорбаджи, все там это. Около наш дома, одна из ресторан, друзья, мы все время, когда, иногда мы, ну не все время, иногда мы закажем. Да. Ну, поэтому нам нравится, у них суп есть. Пача ишкембе, ур очень любит, поэтому. Да. Ну, если они делают, то мы там заказываем. И все. Если сюрприз может, да, может, ну сюрприз всегда нехороший. Есть плохой сюрприз, есть хороший сюрприз. Может, нас ждет плохой сюрприз. Я вообще-то ничего не думал, какой сюрприз. Да, спросили, сказали только это сюрприз, но это я не знаю, какой сюрприз. Я тоже не знаю. Ну, так, ладно, все, друзья, пойдем сейчас домой. Давай, пакет беру, рады. Всем привет. Привет всем. Мы на кухне. Мы готовим ужин с кучей детей. Что? Мы хотим приготовить вкусный ужин. Что-нибудь, да, вкусное. Обычно мы не вкусно готовим, а сегодня решили вкусно. Нет, ну сегодня прям решили так. Встретиться, да, и вот как-то завтра выходные, и вот решили конец недели отметить ужином. Да, что первый... Салатик тут режем. Да, салатик режем. А что будем готовить? Мы хотим, не хотим вам сразу рассказывать, мы хотим на реакцию посмотреть. Да, посмотреть, что скажут. И тогда подумаем рассказать. Нет, конечно, мы покажем, вот, поэтому сюрпризик такой делаем, готовимся. Вот хотели вам тоже рассказать, что мы тут готовимся. Так, друзья, уже мы приехали. Ой, да. Значит, что там? Вкусно пахнет. Подожди. Открываем. Дети здесь вообще? Кто-то есть дома? Мы пришли. Там папа пришел, наверное. Ой, вот ты мой сладенький. Вот ты мой волечка. А значит, этот малыша, где мы? Так это сюрприз был, да? Вообще, ну так да. Прикольно. Вообще, ну блин, это Махсун этот, сказал, это, что это мы будем кушать или что ты так делает? Это вообще это он так каждое время сказал мне, я говорю, это откуда знаешь, это кушать они не что-то готовят? Ну это Махсун, ты угадала. Слушай, у нас сегодня как угадал. Ну да. Сердечко, рис такой. Скоро, да? Вообще могу сказать, это супер. Это я хочу, можно еще раз так сюрприз? Сейчас так говорю, как будто вас вообще не кормят. Блин. Нет, так красивый. Например, ну если честно, такой клубники, фрукты, такие красивые вы не делаете, если честно. Да, каждый день вы не делаете. Каждый день вы так красивые вы не делаете. Поэтому мы удивляли, если честно. Ну все равно спасибо женам. Да. Жены. Да? Посмотрим. Пахнет вкусно. Мы что-то долго так есть. Ну да. Ну так это. Это. Давай, ты садись ко мне. Это болгарский? Болгарский. Сырочек разный. Салатик. Сколько разных сыр? Фруктики. Разный сыр. Фрукты. Клубничка.
сердечками. Как раз эта тарелка тоже это клубничка, да? Да. Катя, попить что-нибудь. Икра, самая любимая, красный. Салат. Берите от меня. Здесь это... В холодильнике что-то было. Здесь это икра. Колбаса, икра. Овощи, Катя, это лук. В холодильнике что-то было уже. Ага. Что такое? Она котлету вот. Хочет. Опять хочет. А, нет, она. Где вы были, рассказывай. Не знаю, можно Кирем, ешь давай. Нет, но она сильно хочет. Кирем, ешь лис. Кушай. Давай мы. Ну некуда. Она котлет, он котлет не любит, что ли? Так, давайте что накладываем. Салатик тебе положить? Пожалуйста. Конечно. Ну, салатик, ничего нового. Это обычный колбаса, да? Да. Как всегда, турецкий у нас сегодня такой турецкий. Салат турецкий ужин. Ужин турецкий. А, ужин турецкий. Спасибо. Рис по вашему рецепту, который у вас же на канале и есть. Спасибо. Посмотрела наше видео, так да, готова? Да, научилась готовить рис. Никогда не готовила. Налинка. Я такой вкусный рис делает, вот как нас Жони. Пожалуйста, посмотрите наше видео, как рис готовит. Реклама. Турецкий папач. Вообще, котлеты, кстати, приходит. Тоже по вашему рецепту. Как только... видно, вообще это очень... Слушайте, котлеты по вашему рецепту, но только вы рецепт еще не выложили на канал. Да. Покажете подписчикам? Потом покажем. Да. Рецепт котлет турецких. Конечно. Да? Блин, вообще икра очень вкусно выглядит. Ой, водичка. Ну так. Ну, вообще, это спасибо вам, это вообще да очень вкусно что, выглядит, этот, и вилочка, сейчас я дам тебе, вот. Давайте пробуйте, я вам это... Это не тебе. Кирилл уже что-то... Хочешь тоже такой лимонад? Сладенькая. Ну, давайте, Максим. Берите Алину, чтобы я посмотрел, что вы вкусно готовили или невкусно. Блин, вкусно, помню. Вид очень хороший выглядит. Давайте посмотрим. Знаешь, что могу сказать? Я даже это не попробовал этот рис. Я тебе говорю, я даю тебе, кто сделал этот? Катя. Катя, даю 100 баллов. Потому что этот... Рассыпчатый. Когда рис вот так вот этот один... Тане-тане. Как это называется? Штук-штук? Тогда это понятно, очень вкусно, да. Вообще, Катюшка, да. Горжусь. Молодец, Катя. Катя профессионал в турецких блюдах. Да, он мне как-то сказал, что я готовлю рис, как его мама. Серьезно. Только, да, вкусно. Не соленый, наверное. Смотри, у меня стира тоже готовит, но это у меня несколько человек готовит это, я знаю. Когда они готовят это масло, это терея, как называется, оливки? Подсолнечное, сливочное. Сливочное масло. Вот так еще вкусно получается. Да, я два масла всегда добавляю. Вот. Короче, спасибо. У нас 14 февраля, правда. Да. Серьезно, это для тебя. Теперь с вас сюрприз. Я? В смысле, с вас. Теперь ваша очередь. Да, чтобы мы тоже так пришли с Катей вдвоем. Мы тоже что-то нибудь подумаем, потом на следующее видео покажем, мы тоже что-то приготовим, но не скажем, что будем готовить. Давай на следующее видео. Через год? Посмотрим. Ну так, друзья, наши это жены. Это нам готовили этот спис. Вообще очень-очень вкусно было. Да? Спасибо жены, что мы не ожидали, если честно. Поэтому. Да. Как Масун знал этот вообще или что-то? Или Катя это сказала, это я не знаю. Но я вообще это не ждал. Я говорю, помните, точно я не ждал. Ну, этот. Они сказали, садись этот стул. Я думаю, что это стул этот. Как мы это диет тоже сделаем чуть, но она они приготовили, они это принесли, показали мне. Я говорю, что такое? Ну так это, я вообще это так очень вкусно буду, друзья. Поэтому я буду даже, как сказать, уже буду лопнуть, да? Да. Много ели, еще сказали, друзья, что скоро будет, например, как Валентин Дэй. Валентин, ну, 14 февраля, друзья. 14 февраля, то мы хотели, чтобы нам было бы приятно, типа, они романтик, наши жены, друзья, посмотрите, пожалуйста, какая они
задумный, как, нет, как сказать, чок, душенчели, типа... Они очень придумали. Что? Романтические. Они романтические, я знаю, что... Ну, короче, типа, у нас перевед на жены, жены напротив сидят, просто они много думали, они, у них был, как сказать, чтобы нам было приятно, они постарались, чтобы было бы красиво. А неделю думали? Неделю думали вы? Да, конечно. Спасибо. Неделю подумали, они как поняли. Я сразу верю, друзья, у нас говорит, что турецкий сав, мы верим. Что они говорят, мы верим, мы любим свои жены, поэтому, конечно, они что говорят, мы верим, сказали, что мы думали давно. Окей. Окей, окей. Окей. Да, правильно, давай сделаем. Okay. Мы тоже, кстати, они тоже что-то ждет от нас, сказали, что типа уже ваша очередь, да? Уже ну да, они говорят, наша это сказал ваша очередь. Я вообще-то, я, когда, как они сделали, это точно, я тоже так думал, блин, что-то мы забыли или что там сегодня так есть. Уже как праздник, что-то случилось, да? Блин, да. Что-то случилось с нашей женой. Например, Катя мне все время говорит, Максум, ты помнишь в прошлом году в этот день что был? Я так думаю, думаю. Я говорю, нет. Мы первый раз увиделись, не знаю. Увиделись. Ну, типа, 5 лет назад этот день мы встретились. 4 лет назад этот день мы на пляж ходили. 3 лет назад в этот день, не знаю, мы в ресторан ходили, не знаю кто. Просто я удивляю. Я говорю, Катя, откуда ты помнишь? Знаю, она помнит. Ну, ну я, если честно, я постараюсь. Хорошо, что у нас кольцо написано, что у нас число. Какое число, когда мы поженились, конечно, я знаю. Если забываю, смотрю здесь. О, еще. Еще есть, да? Еще есть. Я один, так. Ты вместе с тобой. Таня, у нее нету кольца. У меня тоже. У тебя тоже нету. Мы не одеваемся. Кстати, что случилось, вот кольцо говорили. Друзья, например, Катя только что снимала, ну, снимала, сказала, Максим, поставь на стол. Я вручаю, на короче, я сказал, что давай я тоже тогда сниму, он так и смотрит. А ты почему? Я говорю, что что, ночи дома, что мне ночи тоже? Она говорит, что мне тоже, я Алинку буду помыть, типа, неудобно. Короче, я не снимал, вот. Катя вот здесь. Так, это Максим, еще этот, у тебя есть 10 лет? Через, через 10 лет она не будет ничего не сказать тебе. Да, просто так, она будет привыкать, да? Да. Ну, это, у нас тоже есть это кольцо, но это мы не одеваем, потому что там так не, у нас неудобно, да? Как, я да, вижу, вот, кстати, ты оденешь иногда. Когда хочешь, оденешь. Так, это, друзья, спасибо, это наши жены. Спасибо, вообще, друзья. Они очень вкусно готовили сегодня этот, они... Очень хорошая тынька, так как мы любим это, так они приготовили. Нам понравилось. Мне понравилось. Как тебе? Ну, у нас даже нет варианта сказать, что нам не понравилось. Да, я не могу так сказать, потому что один раз, когда я сказал это, она сказала это. Ну, тут была бы скандал. Да, скандал был. Я сказал. Конечно, шутим, друзья. Очень вкусно было. Очень-очень-очень вкусно. Поэтому спасибо, что так... У нас, нам, у нас так приготовили ужин, покушали, то, надеюсь, кормили Аллах вам нам тоже дает такой хороший, красивый жёни, 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 такой жёни. Так, друзья, все, это наше это видео заканчивается вот здесь, это спасибо вам, посмотрели наше видео, это... Увидимся в следующем видео. Не забываем лайк поставить, подписываться на наш канал, друзья. Обязательно, и, друзья. И не забывайте. Колокольчик открывать. Колокольчик. У нас описание, друзья, Яндекс.Зен. Да, Яндекс.Зен есть, друзья. Посмотрите там, друзья, этот, там тоже наш канал есть. Подождите нас. Подождите, друзья, нас, пожалуйста. Пока, всем пока-пока. Всем пока-пока.